Я вас приветствую, дорогие друзья, дорогие любители и поклонники Generals Zero Hour. С вами канал Blair TV. Прежде чем мы продолжим смотреть этот очень необычный и интересный реплей, у меня есть к вам небольшая просьба оставить свой комментарий. Конечно же, досмотрите ролик до конца. А также ставьте лайк и подписывайтесь на канал. И самое главное, помните, только благодаря вам нас становится больше, и наша любимая игра становится популярнее. Ну и противостояние на карте Scorching Yards. Как-то так она называется. На самом деле карта очень давно исполнена, нестандартная, но играет на ней редко. И когда я вижу, не знаю, у меня улыбка на лице, мне она очень нравится. Слева под розовым цветом стартует игрок из России. Это Дэн с клана Сур. И его соперник Ферус, игрок из Узбекистана. Ну, кстати, о генералах. Дэн играет за США ВВС. Здесь причем классика или даже это No Echo, пока не отстраивается второй саплай. А что касаемо Ферруса, там ванила чайно, два саплая, военный завод, барак. Ну, через барак здесь выгодно играть, очень много домиков, и посмотрите, какая наглость. Дэн со старта просто бежит и занимает два дома, которые ближе располагаются к базе чайны. И действительно, это No Echo против чайны. Редкое явление, потому что чайну можно обыгрывать и простым, стандартным способом. Это два саплая, военный завод, барак. Но здесь карта, она, ну, от базы до базы очень близко, согласитесь. И, наверное, даже выгодно, что через Battle Chin против чайны. Вот это, конечно, Дэн прям удивляет, выдумывает. И что придумал. Здесь, кстати, ракетчиков каким-то образом... А, ну там дракон выходил, прогнали. И Battle Chin накрывает военный завод, действительно. Неужели это получится сделать один военный завод и такой простой раш? Так, выйдет сейчас еще гатлинг, он выходит, надо его срочно бить, бьется. Дракон там в контратаке, очень много ракетчиков сейчас. Но каленый Battle Chin. Есть шанс его выбить, конечно, желательно высадите. Получается это сделать у Дэна. В принципе, тактика с Battle Chin, она неплохая, не ожидал того Ферус. И посмотрите, что делает тут Бег. Своим драконом сжигает единственный саплай Дэна. Это плохо. Ресурсов больше нет, на карте есть две вышки, но подготовка к захвату этих вышек никакая не производилась вообще. А там спам. Ракетчики, Хаммер. Конечно, надо как-то утилизировать этот дракошу. Ну что это такое? Ждет уже электростанция. Остается всего два здания. Здесь ракетчики лупят по Хаммеру. О боже. Также ракетчики, которые с Battle Chin, они здесь продолжают бегать, но есть уже гвардейцы. И проблема чайны в том, что осталось два саплая, электростанция. Эти ребята выбили барак, я так понял, и все. У китайцев последняя наземная сила, все, что есть. Но у китайцев есть ресурсы. Правда, тратить их некуда, ну разве что за полтраки спамить. У американцев наоборот, есть и военный завод, есть и казармы. Даже, возможно, дозер есть. Да, есть дозер. Но нету ресурсов. Не на что все это дело воспроизводить. Так, минус Хаммер. Это очень неприятная потеря. Ну, есть рейнджеры также. Бьют ракетчиков. Надо, конечно, Ферусу здесь очень аккуратно играть. Занять данную башню. Ну, и из нее уже вести огонь по военному заводу. Строитель... Находит денежку, точнее его командир находит денежку отстроить каркас барака. Военный завод минусуется, это плюс пехота. Очень много пехоты становится, кстати, у американского сейчас генерала. Ну а что касается китайца, два гвардейца, причем с тремя лычками и одни ракетчики. Ну, мне кажется, что все-таки у американца круче армия, потому что очень много рейнджеров, которые будут убивать ракетчиков. И этих двух ребят, конечно, тоже сметут. Но вопрос в другом. Додумается ли Ферус делать спам саплтраков? Просто если он додумается, так как у него есть добыча, то проблема будет у Дэна. Придут саплтраки, просто не дадут нормально бегать этой пехоте. И ракетчики смогут убить барак. Но посмотрим. Сейчас идут пользоваться домиком, потому что очень близко здесь ребята. И нету ни флешек, ни захвата. Был бы захват, мог бы, кстати, захватить, попытаться американец. Но он через чинуки, кстати, работает. Очень хорошо выселяет. И действительно, саплтраки пошли в бой. Да. Но расстреливается вся пехота, что осталось.
Видим два гвардейца у китайца, ситуация все еще хуже. Собирает остатки пехоты с домиков, ну вот, выселять и идти вперед. Сколько раз ракетчик здесь имеется, наверное, здесь два ракетчик сидит. И все, больше я не вижу. Может быть, кстати, два ракетчика сидят, итого три. Сейчас сколько, посмотрим, отсюда вылезет. Ну и два гвардейца, соответственно. А сапал траков нас спамилось, мы пошли уже в бой. Драться с ними, конечно, нет никакого смысла. То есть сейчас, если своими остатками здесь Ферус ничего не сможет сделать, то, скорее всего, это ничья. Потому что боюсь, что Дэн тоже ничего сделать не сможет. Захватить нет, там уже делаются мины. Убить есть саполтраки, убить не дадут. То есть вот такая ситуация. Сейчас Дэну просто нужно убить остатки китайской пехоты и добиться этой ничьи. Хотя, знаете, многое зависит от контроля. Может быть, фиг его знает, рейнджеры еще и убьют китайскую базу, не законтролят Ферус. Такое тоже бывает. Тут ребята уже встали, блокнули барак, но оттуда нечего выводить, нету денег. Очень много саполтраков. Пехота бежит, друзья, пехота бежит в сопровождение. Такой прям очень тонкий момент, и удастся ли отбиться американцу. Если удается, то это ничья. Если не удается, то это победа Китая. Но мне кажется, здесь именно так. Все, нечем просто больше воевать китайцам. Два гвардейца, три ракетчика все-таки, значит, в той башне два сидело. Ну и сейчас, дорогие друзья, очень много рейнджеров есть у Дэна. Чинуки помогают от ракет. То есть, на самом деле, здесь очень важно убить именно красногвардейцев. Потому что чинуки так дефают. Так. Ага. Выцепляет одного ракетчика. Но это пока вот такая самая близкая цель. Убил. Но надо именно бить гвардейцев. Дозер, конечно, там чинит. Барак тоже у американцев. Все здания имеют свойства на автопочинку. Но там очень сильные ребята с тремя лычками. И вот здесь уже неудачный дроп. О боже. Минус ракетчик, но... Но один остается всего рейнджер. На самом деле изначально нужно было куда-то сюда высаживаться и просто пытаться этих ребят на время как-то перебить. Много очень было пехоты. Ой-ой-ой-ой-ой. Корявый саполтраки и минус еще ракетчик. Что ж, два гвардейца. Ставлю на паузу. Лоу хп, ребят. Ну и вот они, спасители этой катки для Китая. Самые настоящие спасители. Опять же... Какие были варианты? Мне кажется, американец мог просто в центр высадить рейнджеров и попытаться убить вот этих пацанов. Просто ракетчики из-за чинуков не пробили бы уже никак этот барак. И при грамотном контроле расставить чинуки просто, ну, это уже была бы автоматом ничья. Хотя, я могу заблуждаться, потому что ракетчики могут давать еще мин. Может быть, все-таки... сделал Дэн грамотный, потому что ракетчики, они действительно могут прийти и повесить минку. Вот об этом я только сейчас, кстати, почему-то подумал, бывает, из башки влетает. Но все равно вот эти гвардейцы, мне кажется, самая прям такая боль. Все-таки ракетчики ставят мины, окей. Но там было три ракетчика, мины, они не дают прям сверхбольшой дамаг. И пока эти минки, они там смогли бы взорваться, дозер чинит. Но тогда пришлось бы бить дозер сначала. Нет, все-таки, наверное, Дэн делал, может быть, и правильно, но не повезло. Здесь плохой дроп очень получился, раздавили всю пехоту. Может быть, стоило распределить ее в два чинука и сразу там с двух сторон отрабатывать. Такой вариант, чтобы растягивать как-то здесь саполтраки. Но на самом деле шансы были небольшие, и осталось вот всего два боевых юнитов. И, дорогие друзья, этого хватает, чтобы чай не победить. Такой интересный реплей, вот из последних сил Ферус пошел в бой. И знаете, тот самый случай, когда саполтраки просто тащат, и тащат не экономически, а тащат именно в боевом смысле. Что ж, оставляйте свое мнение в комментариях, вообще были ли шансы у Дэна или Ферус здесь уже без вариантов закрыл эту катку. Также не забывайте подписаться на канал, поставить лайк, есть группа ВКонтакте, есть телеграм-канал, есть также... Дискорд канал и сайт Blair TV. Я советую вам подписаться на эти соцсети и посетить сайт, там есть очень много полезной информации. С вами был канал Blair TV, я с вами не прощаюсь.